Всем здравствуйте. Несколько дней назад появилась информация, что Нина Русланова попала в больницу. Теперь же коллега звезды сообщил, что ее не стало. Стас Садальский рассказал о том, что 75-летняя Нина Русланова ушла из жизни 21 ноября. Валерия Гущина, директор гильдии актеров кино, позвонила со страшным известием, покинула мир Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка – друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить, да и ни к чему. Несмотря ни на что, она пыталась держаться. Часто по привычке звонила мне на телефон и наговаривала что-то на автоответчик. С потерей родных укорачивается наша жизнь. Они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час получаем новости. Что дальше? Поделился эмоциями актер. Печальную новость подтвердила и сама Валерия Гущина. Да, ее не стало сегодня. Больше никаких подробностей. Они будут завтра, подчеркнула Гущина. Ранее сообщалось, что артистка находится в одной из московских больниц. Несмотря на усилия врачей, спасти любимицу зрителей не удалось. Поклонники поспешили принести соболезнования семье Руслановой. Многие из них признавались, что Нина Ивановна была их любимой актрисой. Как жаль. Прекрасная, сильная, красивая женщина, от нас уходят великие. Но с кем же мы останемся, какая ужасная новость. Нам будет не хватать этой прекрасной артистки, делились эмоциями фанаты звезды. Напомним, что в последние годы жизни Русланова не снималась в кино. Проблемы со здоровьем начались у артистки еще в 2009 году. Звезда долго восстанавливалась, но в 2014 у нее случился новый приступ. Заботу о Нине Ивановне в этот сложный период полностью взяла на себя ее дочь. Надо маме сказать спасибо за то, что она не сдается. Я не люблю заниматься самоанализом. В этот период мы просто шли вперед, рассказывала Олеся. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.